Вот и она. Гниль. Это мятежники Регаллы. Они ведут войну с остальными Танакт. Похоже, они захватили тюрьму. Тогда они убили всех стражников. Только они могли знать, что стало с Нессой. Может и нет. Внутри могут быть какие-то следы. Даже через столько лет? Элой может видеть больше нас с тобой. Тогда вперед. Любой шанс лучше, чем ничего. Нам нужно найти другой вход, а передние ворота закрыты. И перебраться через стены мы не сможем. Вы будьте тут. Я попробую отыскать другой путь и открою ворота. Надо проверить со всех сторон. Может, есть путь по воде. От ветра Иди. У меня все глаза высохли. Мы спрячемся тут. Хорошо, хорошо. Я пока сяду в кусты. Отметим противников, которые можем отметить. Солдат, солдат. Так, это емкость. Там вообще никого не видно. Ладно, попробуем пройти в этой серии. Если не получится, и серия получится длинная, то я немного где-то там разделю пополам, чтобы получилось две серии. Ох ты, ё-мо, пеликан. Да класс. Мне нужна просто его кость. Ну, в принципе, перо тоже сойдет. А, мясо. Класс. Происшествия были? Так, мне его надо пока вылезти сейчас на берег. Элой, ну давай куда-нибудь вылези. Так, кабан. Да вон того отметь-то. О, отлично, спасибо. Так, плен это накт. Ну, мне по-любому надо обходить. Как я сказал, возможно, будет путь с воды. Ну, в принципе, он есть. Надо открыть главные ворота для Талана и Амадиса. Что нового? Слушай, мне бы помыться. До сих пор в грязи после той драки. Эй! Так. Пошла проверять, да? Отлично. И как мне высматривать врагов? Один есть. Если открою основные ворота... Талана и Амадис помогут справиться с остальными. Так мы можем сами справиться. Чё? Делаем вот как, еще раз. Смотри в оба. Врагов не замечено. Эй! Так, пошел не тот. Они прекратили поиски. Так они не искали. Мы ведь могли победить в роще, но эта проклятая чужеземка... Кто там? Проклятая чужеземка. Блин, плохо то, что этот товарищ идет сюда. Так. Давай смотреть. Есть о чем доложить, солдат. Где ты встанешь? Мне нужна твоя голова. Не вижу. Не вижу головы. Ё-моё. Как дела? Так.
Наверное, пора впустить Талану и Амадиса. Может, пока без них? Справляемся вроде неплохо. Тут тем более-то осталось. Пришедшие были? Тут кругом одни лишь машины и звери. Так, попробуем сейчас камушек, да? Или нет? Не, лучше попробуем сейчас обойти. Может, постоишь вместо меня? Тихо. Не обыскал, оказывается. О, отлично, смотри. Происшествия были? Хочешь меня отменить? Вон! Хорош. Да зачем тебе это? Брось. Ну, а чужеземцев что-нибудь слышно? Все чисто? Так, ну вроде как все. Остался последний. Происшествия были? У кого ты спрашиваешь, никого нет, чувак, ты остался последний. А? Вот, в принципе, и все. А, не, вон там еще. Раз, два, три. Ну, в принципе, я, наверное, уже могу открыть ворота. А ворота вообще где открываются-то? Наверное, не здесь. Пока подожди туда. Тогда мы не закончили. Позавчера мы удачно поохотились на машины. Явно там командир. Эй! Давай, чувак, быстрей. Эта война пустая трата времени. Мы должны убивать Карха, а не друг друга. Прятки кончили. Что ты здесь делаешь? Вот и все. Надо открыть главные ворота для Талана и Амадиса. Сейчас откроем. Ты смотри, я успел прям. Довольно, чужеземцы! Это устройство вызывает машину! Начинается. Я попаду.
это ясно как день. Да куда ж ты промазал-то, Элой, ну ё-моё. Застревай, Элой. Да ё-моё, я застрял. Ты что-то потеряла. Еще давай. Ну, в принципе, и все. Ой, ну почему мажешь-то, Элой? Воу! Да ладно. Может, кто-нибудь поможет мне сегодня, нет? Давай, 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 Элой. Хорошо. Сейчас сделаем. Офигеешь ли, блин? Да беги, Элой. Ладно, кажется, с ним покончено. Эй, там кто-нибудь есть? Слышите? Слышим. Так, циркуляр волногрыза я собрал. Что-то тут еще, по-моему, я отстреливал, но я уже не соберу. Мне нужны сейчас ягодки. Опа. Но не этой стрелой, пожалуйста, вот этой вот. Прости, пеликан. Так, вилочка пеликана есть, хорошо. Вот. Заперто, но у последнего мятежника был ключ. Карха, нас спасли? Сколько еще будет унижений? Они не виноваты, что вас заперли в вашей же тюрьме. Я ищу информацию о солдате Карха. Она могла быть тут пленницей 5 лет назад. Ее звали Несса. Карха Несса была здесь. Я убила ее. Несса? Я сейчас. Охраняете тюрьму. Это же ты, да? Несса, как? Почему? Я Ритакка. Давай разберемся. Ты была Нессой? Ты попала сюда во время красных набегов, а потом стала Тенакт? Женщинам Карха нельзя служить в армии.
Всю жизнь я притворялась, стыдилась того, кем была. Но для Тенакт важны лишь сила и решимость солдата. И я стала одной из них. Несс... Ритака, 5 лет я оплакивал тебя. Почему ты не сообщила, что жива? У меня новая жизнь, и я забыла прошлое. Даже тебя, Амадис. Слушая рассказы Амадиса, я бы и не подумала, что ты можешь его забыть. Это было 5 лет назад. Я не бросал тебя. Перед битвой я пытался отговорить Гидаю от атаки, но он не стал и слушать. Я его убил. Он получил по заслугам. Я прибежал на поле боя искать тебя. Но к тому времени тебя там уже не было. Я не знала. В любом случае, я скорбела, а потом забыла. Если тебя привели в качестве пленной, как ты стала Тенакт? Я знала, что рано или поздно Тенакт убьют меня и всех остальных пленных солдат. Но как-то один из них остановился у моей камеры. Спросил, почему женщина сражалась за безумного короля солнца. И по его речи я поняла, что он был Карха. Фашав. Слышала, он погиб на посольстве. Он заслуживал лучшей участи. Других пленников казнили, но он убедил Тенакт разрешить мне сразиться за жизнь. Я прошла через кровь и клинки. Я стала Ритакой и забыла о прошлом. Ты долго притворялась мужчиной, чтобы служить в армии Карха. Ты не скучаешь по своему племени? Нет. Красные набеги показали, что в сражениях Карха нет чести. А когда меня и моих товарищей бросили в эту тюрьму, мы знали, что за нами не придут. Я бы пришел, если бы знал. Тогда же лучше. Ведь я поняла, что под броней Карха билось сердце Тенакт. Но если ты стала Тенакт, как же ты снова оказалась в камере? Моему отряду приказали отбить гниль у мятежников Регалы. Мы не смогли. Если учесть, как сильно Регала ненавидит Карха, странно, что ты еще жива. Ты права. Узнали бы, убили. Но мало кто помнит, кем я когда-то была. Что вы будете делать? Ты отвоевала гниль. Теперь наш отряд будет ее охранять. И это все? После всего, что у нас было, мы прощаемся? Так правильно. Мое место всегда будет здесь, а твое на востоке. Мне жаль, что ты страдал. Ты заслуживаешь лучшей жизни, чем последние 5 лет. Теперь вас не тронут в землях долинников. Считай это последним даром Нессы. Зато теперь ты знаешь правду. И от этого мне еще больней. Ты считаешь меня болваном? Нет. Думаю, тебе стоит о многом подумать. Мы вернемся обратно в Дом Солнца, а там... Я не знаю. Талана, я... Понимаю. Мне жаль, что все так вышло. И мне. Дай нам с Улой поговорить. Ты в порядке? Если честно, нет. И что будет между вами? Я не знаю. Ему явно нужно разобраться в своих чувствах. А я не хочу быть заменой кому-то. Прими это в подарок за то, что поддержала меня. Ты, Дрозд, достойна любого ястреба. И хорошая подруга. Ну, тогда пора прощаться. Ты пойдешь на восток? Думаю, я побуду немного в свете пустоши, а потом вернусь в Меридиан. Если будешь в тех краях, найди меня там. Хорошо. Доброго пути, Талана. В свете пустоши? Окей. Как-нибудь загуляем. Так, это завершено в поисках ответов. Надо будет навестить ее, как попаду в свет пустоши. Вот, отлично. Ей сейчас не помешает поддержка. Так, у нас с вами новый лук. Охотничий лук-молния. Он чисто только на электричество и на воду.
Так, ну кислотные стрелы пока у меня есть. Так что, в принципе, вот этот вот лукоохотничий можно заменить будет. Но опять-таки, его сначала надо будет разблокировать еще. Так что не так-то все и просто. Так, ресурсы. Да, кстати, надо сейчас еще найти верстак где-нибудь и попробовать создать то, что у нас доступно. Так, задание. Что-то новенькое появилось. А, руины появились сами новенькие. И находка есть. Дрон еще очередной. Так, биография. Есть биография. Новая. Это Амадис. Искусный охотник Амадис был когда-то молодым и наивным аристократом Карха, присоединившимся к армии Безумного Короля Солнца во время Красных Набегов. Оказавшись на запретном западе и став свидетелем жестокости и кровожадности Карха по отношению к местным племенам, он перестал питать иллюзии, и не только он. Женщина по имени Несса, переодевшаяся в мужскую одежду, чтобы присоединиться к войскам Карха, тайно помогала ему защищать невинных от солдат, чем завоевала благодарность Амадиса и его любовь. К сожалению, когда Амадис пытался защитить отряд Нессы от смерти от рук Тенакт в битве горящих цветов, случилось страшное. Предотвратить трагедию не удалось. Более того, ему в порядке самозащиты пришлось убить собственного командира, и он был вынужден пуститься в бега. Через несколько лет он познакомился с Таланой, ястребом солнца, дома охотников. Вместе они спасли деревню Карха от опасных машин. Воодушевленный историей Таланы и тем, как она через многие годы почтила память семьи, он решил отправиться на запретный запад и разузнать о судьбе Нессы. Ну вот, в принципе, про нее он разузнал. Вроде как, в принципе, все. По заданиям тогда давайте, наверное, раз я эту серию буду делить на две, может быть, тогда мы с вами займемся охотничьими угодьями, которые тут недалеко у нас. Это след дождя. Активировать и переместиться. Мы сейчас, получается, здесь просто поохотимся на этих угодьях. Получим три лычки. Так, а что у нас тут? Непонятно, какая-то музыка. Так, улучшение оружия, это у нас как раз вот молния. О, стелс поля ловчего требуется, класс. Так, боеприпасы. Еще какие-то есть боеприпасы. Так, ну вот, в принципе, есть улучшение подсумка. Со снарядами. Ну давай, ну это, по-моему, не те снаряды. Угу. Кость снежного барана и перо чайки теперь требуется. Класс. Так, боеприпасы появились, те, которые у нас... Которые я не использую. Ну пусть уже будут. Так, восполню. Так, теперь мне нужен торговец. Так, почему опять сбросилось? Да выбери ты вот это вот. Отлично. Так, охотник, ресурсы. Так, может что-то продать? То как-то уже, я смотрю, так осколки-то заканчиваются. Ну, давай глянем, что у тебя есть тут. Не стесняйся, солдат. Как и десятый до нас, мы проверяем себя в бою лишь самыми грозными машинами. Настал и твой черед. Так, это все понятно. Испытание, шок и отбой.
Используйте электрические боеприпасы против Исполина, чтобы парализовать его и отстрелить бивни. Так, испытание «Бой на машине». Перехватите управление загонщиком, оседлайте его и уничтожьте с его помощью другие машины. Испытание «Тяжелое оружие». Отстрелите любую из пушек Исполина и используйте ее для убийства машин. Вот это жесть. Ну, поехали, начнем с этого. Так, только тогда, когда он парализован электричеством. То есть мне сначала надо будет его водяными бомбами намочить, а потом, получается, бить электричеством. Ну, поехали. Чтобы начать испытание, спускайся по веревке. Подожди, мне сначала надо поменять оружие. Есть у меня водяные бомбы где-нибудь? Вот, в принципе, есть водяные бомбы. Давай сюда поставим водяные бомбы. Плюс электрический лук мне нужно сейчас поставить. Вот это, в принципе, неплохо. Так, а где, получается, Исполин? А, вот Исполин ходит. Хорошо. Но здесь есть загонщики, блин, которые тоже мне... Здесь сказать... нужны морозильные снаряды. Не дадут нормально работать. Так, электропушка. Мешок, теплоотвод, мешок, бивни. Так, время пошло. Так, где эти стрелки? Вот, начинается, да? Элой, вставай! Нет, еще не все. Да. Да, блин. Элой, давай быстрее. Отлично. О, тут теперь надо выбраться. Хорошо. Фух. Ты отлично справилась, охотниц. Это тебе. Давай посмотрим. Так, я выполнил за сколько-то? За 52? Хорошо. Так, продолжить. Полная лыжка за 2 минуты надо было сделать. Хорошо. Не, назад, назад. Теперь, получается, вот это вот мне дело надо будет оседлать. Другие машины, блин. Это будет жесть. Ну, попробуем. Верхом на загонщика вам нужно перехватить управление им, находясь с противником. Нажмите R1 или R2, чтобы приказать ездовой машине атаковать его. А, ну то есть надо убить по-любому, чтобы именно машину убило. За 2.30 надо будет. Ну поехали. Воспользуйся любой из веревок, чтобы спуститься. И я начну испытание. А, две машины надо будет. Так, тот уже ушел за радаром.
Не, я просто сейчас не хочу спускаться из-за того, что, блин, я попаду в тот момент, когда как раз не смогу его приручить. Эта огромная машина заставляет землю содрогаться. Ну давай. Повернись ты, ё-моё. Ну, класс. Давай, 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 давай. Чё встала-то? Машина, давай. Время тикает, я не успеваю. Да куда же ты, но? Развернись. Все, отлично. Вроде как должен был успеть на золото выполнить. Можешь атаковать исполина, мне все равно уже. Так, ну вроде должен успеть был на 3. Этих машинах есть величие. Хоть они и опасны. Ты доказала, что настоящий охотник. Так, отлично, все 3. Назад. Теперь получается здесь. Отстрелите любую из пушек исполина, используйте ее для убийства машин. 3 минуты. Выбери веревку, спустись и начнем. Эту машину огонь не берет. Уже лучше.
так! Своих врагов, и ты победишь. Поэтому я и провожу... Приз! Победитель! Фух, хорошо. Испытание полностью пройдено. Ступай с десятыми. Но, опять-таки, сейчас придется куча дела создавать. И боеприпасы. Еще одни. Так, ловушки нет. Восполнить, да. Мне нужен торговец сейчас. Так, ресурсы. Так, подожди, а мне это разве нету? Эхо, патроны, все это же, по-моему, у меня было. Вот, отлично. Охотница, мне подготовить испытание? Да я уже прошел твои испытания, все, успокойся. Вот, мышца заканчивается, получается. Все, как бы, 4000 у меня есть, испытания сами здесь прошли, и мы, получается, с вами... О, как раз, наверное, начнем... С дрона. Давайте сделаем вот так. Так. Он тут летает, а как мне его поймать? Я так полагаю, на дерево лезть, да? Как залезть на дерево? Точка зацепа. А как же тогда я туда должен зацепиться-то? Может, нужно на что-то залезть, чтобы запрыгнуть на дрон? Так, да это понятно. Мне надо, получается, встать так, чтобы можно было этот... Но не получается никак. Может быть, здесь? А, вон точка зацепа есть, отлично. Хорошо. Отлично. Да залезь, Элой. Давай-ка со мной. Отлично. Вот и все. Есть. Вот и все. Теперь мне нужно извлечь из дрона данные. Извлекли. Получается, половину дронов вы с вами извлекли, осталось еще 5, и мы с вами, получается, отправимся в следующее задание, это вот здесь вот. Поговорить с Атекой в колючей топе. Но это все у нас с вами, друзья, будет уже в следующей серии. На сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Азербабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.